На нашем телеканале сегодня калейдоскоп различных турецких брендов, и мы сегодня с вами будем обязательно приобретать для себя турецкую обувь. Вы знаете, мы провели специально опрос среди наших телезрительниц и узнали, что, оказывается, более 80% женщин летом выбирают для себя в качестве удобной комфортной обуви именно слипоны из натуральной кожи. И представьте себе, сегодня для вас представлена именно коллекция слипон. Называются они Витория из натуральной кожи. Посмотрите, пожалуйста, да, хочу вот прям показать вам, что здесь подкладочная технология, потрясающее просто декоративное, потрясающее декоративное решение в носочной части, аутентичный турецкий дизайн, и это лазерный рисунок, а также декоративная перфорация, которая позволит вашим ножкам дышать, также обращая ваше внимание на эластичную ленту, ну и, конечно же, мягчайшая бесподкладочная технология позволит вам чувствовать себя максимально комфортно, как будто бы вы родились в этих замечательных слипонах. Итак, бренд Франческо Фиоре, который мы с вами любим, который обожаем. Это у нас эксклюзивно, абсолютно только на нашем телеканале представлен этот бренд. Ни в одном магазине вы больше не приобретете. И сразу же хочу, давайте сразу с вами перейдем к выбору цвета. Почему? Потому что вы уже будете для себя выбирать эти слипоны. Итак, у нас есть базовый синий цвет. Здесь у нас контрастная белая подошва и контрастный мокасиновый шов ручной работы. Ну и плюс, конечно, потрясающий аутентичный дизайн. Дальше давайте рассмотрим с вами серый цвет, так называемый, но по факту это прям разбеленное какао. В заказе он у нас идет как серый. Мой любимый цвет, и, кстати, это уже фаворит, это цвет коричневый, смотрится великолепно. И рядом с ним стоит второй фаворит белого цвета. Обращаю ваше внимание, что белая обувь нам просто необходима, да, в летний сезон, потому что это абсолютный must-have для каждой женщины. А красный – это мой выбор. А теперь самое главное. Представьте себе, что сейчас у нас снижена цена, и она действует только в рамках главного предложения дня — 2499 рублей. Давайте с вами поговорим о том, как правильно подобрать размер. С 36 по 41 выбираем для себя размер в размер. Я специально сейчас обувной линеечкой сниму замеры с внутренней, да, стороны стельки. Итак, смотрите, выбрала 39 размер. Что я сейчас вижу? По стельке у нас 255 миллиметров, что соответствует 40 размеру по российским стандартам. Но я буду рекомендовать вам все-таки выбирать для себя размер в размер, то есть как 39, да, размер в размер. Почему? Потому что лето, потому что есть излишняя отечность, потому что ножки устают, и вот чтобы избежать различных нюансов, неудобностей, то вы лучше выбирайте для себя размер в размер. А также отмечу, да, что у нас вы выбираете для себя, ну, по миллиметрам промеряете свою ножку и выбираете нужный для себя размер. Итак, у нас с вами потрясающие слипоны. Давайте еще раз нас посмотрим. Мне очень нравится, насколько, да, как качественно они выполнены, насколько красиво они выполнены. Плюс ко всему, у нас дизайн вдохновлен турецкими мотивами. Давайте посмотрим. Даже мы подготовили с вами для вас специально графику. Дизайн вдохновлен традиционными турецкими туфлями с этномотивами в традициях турецкой культуры. Это традиционные турецкие туфли, которые ультракомфортные, которые в Турции носят и женщины, и мужчины, и целые поколения выросли именно на такой обуви, которая актуальна по сей день. Это знаменитый на весь мир комфорт и качество, ну и плюс ко всему еще и ручная работа. Обратите, пожалуйста, внимание, как выполнены наши слипоны. Здесь действительно качественная турецкая кожа. Мне, кстати, очень нравится и гамма цветовая, потому что она никогда не выгорает. Но хочу вам, знаете, что сейчас сделаем? У нас, да, хочу передать привет и также слово нашему эксперту, модному эксперту Миколе Комендров, который нам сейчас порекомендует, как правильно вписывать эти слипоны в свой повседневный образ. Давайте же его послушаем. Меня зовут Микола Комендров, и сегодня я расскажу, как эта красивая, прекрасная пара обуви будет хорошо интегрироваться в любые стили. В данном случае мы видим с вами натуральные кожаные мокасины на эластичной, удобной, мягкой платформе с добавлением вот такого изысканного рисунка. Здесь идет прочтение даже старославянских орнаментов, здесь техника выжигания на коже, и такой орнамент может у многих вызвать вопросы, а с чем лучше всего сочетать. Так как у нас здесь идет перфорация и нижней
простейшее воплетение кружева, значит, мы в основном с вами уведем его в рустикольный или старославянский стиль, который еще у нас называют а-ля рус. То есть мы с вами будем выбирать принтованные ткани. Здесь как раз-таки флоральный принт хорошо будет сочетаться и с рисунком, который есть на ткани. Мы, конечно же, очень хорошо подружим их вместе с вышивкой ришелье или тканью мережка. И также очень хорошо подойдет кабардиновое полотно. Лучшее сочетание будет только с натуральными тканями, более природными оттенками. И, конечно же, в обычной современной стилистике можно будет применять с более классическими моделями. Ну и, конечно же, это бренд Франческо Фиоро. Поэтому с его же брендом будет тоже замечательно интегрироваться. Благодарю Миколу Комендрова за качественные советы. Да, кстати, хочу сказать, да, Микола обратил внимание на то, что очень сильно перекликается со славянскими орнаментами, но я хочу сказать, что и турецкие, и славянские, конечно же, имеют, скорее всего, одни корни, потому что они очень схожи между собой. Поэтому, дорогие мои, давайте сейчас перенесемся с вами в Турцию и окунемся в эту яркую, красочную страну, которая дарит нам всегда настроение. Ну а плюс ко всему, мы сегодня с вами имеем потрясающую коллекцию от любимых бренда Франческо Фиоре. Я говорю об этом не просто так, потому что с самого начала появления прошло чуть больше 2,5 месяцев, как на телеканале Shop & Show эксклюзивно представлен бренд Франческо Фиоре, и уже более 10 тысяч пар вы успели приобрести именно бренда Франческо Фиоре. Да, здесь просто потрясающе, даже одна коробочка, что стоит, которая обувная, которая к вам приедет. Но хочу сразу обратить внимание также еще и на натуральную турецкую кожу. Потому что, вы знаете, само по себе даже турецкая кожа является прям как словосочетание, которое является брендом. И когда вы слышите турецкая кожа, вы сразу же понимаете, да, это качество и стиль. Посмотрите, какое удовольствие вы будете получать от этой мягчайшей кожи, которая здесь в один слой. Она очень тоненькая, по толщине 1-1,2 миллиметра. Плюс ко всему, посмотрите на качество строчек. Эластичная лента в сложном месте, да, где у нас обычно располагается подъем. И у всех индивидуальные параметры. Поэтому разработали здесь эластичную ленту, подстраивающуюся под ваши ножки. Посмотрите на этот аутентичный как раз таки мокасиновый шов, который проходит по всему периметру наших замечательных слепон. И для это сделано для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Обратите внимание на наших девушек. Вся одежда, которая представлена сегодня на них, вы можете приобрести также в нашем эфире. Это и платье, которое выбирает для себя Наталья и сочетает. Кстати, да, вот как советовал нам Микола Комендров, платье называется «Дженни». Смотрите, как она шикарно сочетает с нашими слепонами. Приобретайте, пожалуйста, и платье «Дженни», и также наши слепоны по цене 2499 рублей.